Обмен опытом и презентация туристического потенциала регионов Арктического ожерелья. Полезное с приятным совместили журналисты Северо-Западного федерального округа на ежегодном форуме «СИЗАМ». Он традиционно прошел в Петербургском доме журналиста. Тему продолжит Алина Ваучейская. На Невском собрались корреспонденты, обозреватели и главреды газет, телевидения, радио и интернет-СМИ. Журналистов по традиции приветствует заместитель полпреда президента по СЗФО Любовь Совершаева. На форуме проходят дискуссии не только по проблемам СМИ или по роли и месту в жизни общества средств массовой информации, но мне кажется, что СИЗАМ является той площадкой, которая повышает профессионализм наших журналистов, который говорит о том, что сегодня журналистика может многое. Журналистика может многое, в том числе и в освещении туристического потенциала. Один за другим регионы представляют видеовизитки о своих достопримечательностях. Столько национального колорита. Событийный туризм представили как одну из фишек Ненецкого округа. Всего же туристические изюминки представили все 11 регионов Северо-Запада, которые входят в Арктическое ожерелье России. Это действительно такое вот ожерелье Северо-Запада, потрясающая картина, да, то есть ряд наших регионов Северо-Запада мне в свое время удалось посетить, да, и действительно жемчужина нашего всего нашего Северо-Западного региона, и очень в этой канве очень радует наш Ненецкий автономный округ, да, и многие интересы коллег, да, в частности, Санкт-Петербург, да, у нас ведь сказал, что я хочу посетить, это как раз Ненецкий автономный округ и наш событийный туризм. После яркой презентации перешли к делам серьезным. Форум «СИЗАМ» – это площадка для дискуссий, мастер-классов и обмена опытом между журналистами. В этом году внимание уделили факт-чекингу и вопросу, как бороться с фейковыми новостями, а также обсудили новые форматы и визуальный контент. Я на самом деле сижу и я конспектирую почти все, что они говорят, ну, спикеры, потому что очень интересно, очень много каких-то идей зарождается, потому что ты смотришь, как делают коллеги в других регионах и тоже в небольших регионах, в небольших городах. Завершился 19-й форум СМИ Северо-Запада торжественной церемонией награждения журналистского конкурса «СИЗАМ-2021». В этом году на конкурс было заявлено 450 работ. Жюри отметило высокую конкуренцию во всех номинациях. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, телеканал «Север».